хорошо. Сразу видно, что ребята что-то сделали для того, чтобы обогнать своих конкурентов. Возможности у них примерно одинаковые, потому что исполнены их комплекты из одного и того же материала, из одних и тех же элементных баз, и скорость движения моторчиков примерно одинаковые. Видимо, команда Гоблина применила какую-то волшебную хитрость. Первый раз соревнования по линии были представлены в 75-м.